продолжаем наши турнирчики. Сегодня у нас, кажется, что-то странное. Ограбление банка. Вот скажите, к чему бы это? Как шумно-то, а? Ну, вроде я слышу себя. Ой! Что, откуда взялось? Чё? Не приближается. Что, по-вашему, это значит? Новая свинья, ёшки-ка! Удивлен. У нас опять какие-то грабители, но не простые, как видите, а очень необычные. К чему бы турниры Тайрога включили сейчас, неизвестно. Это карточки. Хе-хе. О! Так, теперь внимание, смотрим, что могло произойти. Сейф. Откуда это вылезает? Так. Существо, можно сказать. Так. Ох ты, ёшки кот. Это обычная свинья становится. Ха! Вот это да. Ну, Рови. Все равно удивляюсь. Ну ладно, ладно, прекрати удивляться, давайте говорить что-нибудь. Мне интересно, он прочный? Чё он опять анимации моргания нет? Может это из-за сейфа или что? Не из-за сейфа, либо за тросточки. Слушайте, опять что-то случилось, смычка. Видимо, из-за любого уничтожения свиньи он становится таким. Ну да, видимо, да. Забавно, да? Ну ладно. Так, ладно, давайте подумаем, как нам это пройти. Сейчас я покидал, что-то... Хоть и покидал, но как-то плоховато. Подожди, тут сейф мешает. Ай! Чё, вертолёт? Может, первым шагом вертолёт надо было сбивать. Чё, укатиться? Неплохо укатиться. Да уж. Давайте вертолёт. Так. Давайте-ка подумаем. Подумаем, что же нам сделать. Всё-таки я хочу так. О, неплохо. Всё-таки не очень. Вот тот свин сзади меня пугает. Блоки. Надеюсь, нет, видимо, его нужно именно блоками забить. В смысле, отстать. Даже в Фейсбуке пытаются меня... Я не нажимал. Так. Что такое? Я не нажимал. Это мышка у меня такая. Я думаю, смогу ли я сбить его, чтобы он... Чтобы он совсем просто сейчас, нет? Ладно, давайте вот сейчас его. Кубикового. Мимо! Но есть шанс, что он... Что я нажму случайно кнопку? Это невозможно. Так, панельку сбоку не могу брать? Если могу, конечно, в теории могу. Попробую в следующий раз. Хотел убрать сейчас, чтобы... Заметьте, эти свинки напоминают кое-кого знакомого, да? Намек такой. Да, они совсем уже. Что ж такое-то? Что я сделал сейчас? Ой, есть идея еще одна. Сейчас собьем птицей. Вертолет. Да, плохая идея была. Хотя, если подумать, то не такая уж и дура. Да блин, даже не долетел. С моей мышкой, слушайте, словно бросать ее в унитаз и сбивать бомбу там что-то. Что такое-то? Давайте потом помню. Напрямик.
У них новые звуки. Еще раз повторюсь, но... Есть свинья. О, падает, смотрим, как он там убивается. С легкостью, ха! Я думал, он там будет шататься еще 30 лет. Да, это динамит все-таки. Фух, повезло. Да думал, вдруг про декорация. Почему динамит, а? Ха. Тут никто. Так. А вот уже у нас пещера. Хе. Так. Что дальше? Где? Кто? Свинья. Какая свинья будет? Скорее всего, это, которая большая свинья, видите, сидит. Она как-то отличается? Нет, по сути, от свиньи других не отличается. В смысле, по виду. А если мы его сейчас сразу забьем, сразу можно? Да, можно, смотрите-ка, и... Ничего не случилось, интересно. Так, ну и дальше ясно, что делать. Да чёрт, я даже не вмякал, оно само. Мать опять. А, можно вниз пытаться. Вниз надо, чтобы сбить. А-а-а! Катиться, это желтая птица на мою. Покатимся туда. Ха, сбился. Ну и отлично. И что? Да? А-а-а, может. Это же лед! Это же лед, смотрите, тот самый лед! Эпизода снежного, зимнего. Какого эпизода? Это из турнира зимнего. В общем, блок из прошлого, вы помните серию это. Ну что, закрываемся. Дальше. Что у нас тут? Смотрите, как забавно сейчас будет. Да смотрите, куда попадать? Вопрос один. Банк открыт! Но нам туда не нужно. Хотя денег сколько дадут, не знаю. Ай, мимо! Хотя нет. О, нет, все-таки прочно, смотрите-ка. Просто его быстро ломается, то, что он упал, да? Так. Забей. Короче, мне банк еще надо грабить, нет? Не сейчас. Хватит взрывать. Так. Веса. Шарики. А теперь бы еще верхние шарики. Так. Цене птицы надо не заблудиться. Завалит? Да. Опа. Все ли? Я думаю, да. Так. Отлично, прием. И король. Скажите, что еще король станет кем-то необычным. О! Король на последнем уровне впервые. Кажется, он в заложке. Смотрите-ка. Типа, если вы не прекратите нас атаковать, мы взорвем короля. Падает. А, это вот кто. Спасем заложника. Так, надо спасти короля. Король радуется. Ура, заложники убивают. В смысле. Так. Король, радуйся, давайте, мы почти тебя спасли. Чё так левитирует какой-то магический король? А ты осталась только тем. Только тем. Ай, там еще! Чего сейчас насквозь попробуем? А-а-а! Заложники уничтожены! Единственный из них. Да, уж плохо. О, сейф мощный, кстати. А, там деньги выпадают. О, свинка маленькая забилась. О!
Есть, остался, смотрите, как у почти всех заложников. Спасем заложника короля. Вот жесть, слушай, уцелел от яйца. Ничего, сейчас не уцелеет зато. Да, все, заложник освобожден. Ура, король радуется. Ха-хей! И что? А, так он был сам главным злодеем, оказывается. Он не заложник, он оказывается, за всеми был. Так, ну-ка, только что поступила информация. Так он вот кто. Сейчас мы его схватим. Так, все быстро, да? Так, ну-ка, ну-ка. Падайся. Пойдет? Да. Главный. Получи, свинья. Есть. Вот и все. Победили всех. Преступность поймали. Пора спать. Ух ты, золотишко. Итак, похоже, что следующий турнир настолько особый, что на него музыку написали свою. Кстати, давненько не было турниров, ё-моё, по-моему, с начала лета. Поэтому вот он, новый турнир. Были турнирчики повторяющиеся теперь с курицами. Ой, это птенцы, черт подери, опять. Кто незнакомый, очень. Такие звуки. Что с ними происходит? Они улетают! Я знаю, на какие похожи. Они знакомы, потому что похожи на птичек из Игры с Рио. Это точно. Спасать не обязательно, видите, спасать. Мы их убили, вот они, в смысле, улетели они. Свинки кончились. Ой, что за яйца? Ну, спасибо, одна звезда, ну мы пойдем. Ой, зло! Слушай, что происходит? К чему бы это? Это что, золотые яйца? Бессмысленные. Ой, что происходит, да, скажите? Да уж. В общем, они опять придумывали всякое. Жалко, что опять у меня не работают дурацкие версии, которые мобильные. Приходится через Facebook видеть снова. Ну, так и не справилась. Там уже обновили, что она нет уже. Так, как зовут, кто потише ел, не знаю. Видимо, никак. Ай, блин, точно, ведь звук же плохой будет, ну ничего. В смысле, громкий слишком. Давайте мы быстренько это закончим, потому что... свиньи. В общем, какая-то ферма. Главное, куриц, спасение курицы. Турнир посвящен спасению курицы. Не знаю, что именно происходит. Блин, вот фейсбуковская версия чем плоха, что здесь свинки старые классические. Хотя нет, там уж плюс, что свинки классические. То звуки дурацкие. По-моему, звуки улучшили в мобильной версии. А что за... Ой! Вот эти звуки. Очень странные. Вот такой турнир сегодня у нас. Пожалуй, даже это все будет, знаете. Если я пройду это, нужно мне неприятно играть в эту версию уже. Это тормозит слегка, чуток. Во-вторых, чем мои звуки. И, короче, неудобно, это полоса игроков сверху, это, конечно, то еще. Да, еще радость. Они даже не сшибаются. Взгляните на это. Свинья в клетке, кстати. Слушайте, свинья, а эти, значит, не в клетке. Ой, как их много-то. Ладно, мы попробуем сбить всех. Что за птичий дом, слушайте? Почему этих птичек запускать нельзя? Потому что это шутка. Слушайте, у меня сейчас будет турнир однозначный, что ли? Ну никак не идет ничего. Штука совсем ничего.
Опять он в воздухе висит, ну ё-моё. Опять он в воздухе висит. Это ведь не одна база, нам нужно кучу ломать баз этих. Так, вылетели повыше, да, значит? Я хочу в того вылететь. Вот что надо. Я думаю. Вот когда это все крушится, я даже не слышу ничего. Они еще пищат, птенцы, свинки. О, неужели я выше всех? Эти звуки. Кстати! Смотрите, поврап же добавили новый. И он здесь тоже есть такая, смотрите. Оу! Что? Ого! Серьезно? Метательный динамит на... На парашютике. Ага! Слушайте! Это прикольно! Я думал, что это работает как... Когда я впервые увидел, думал, что это работает как обычный парашютик на динамитике. Но это еще круче, слушайте, это динамит. Это почти как новый персонаж. Летающийся при нажатии парашютика. А если нет, то взрывается просто. Ого! Вот это да, слушайте. Не знал, что я добавил его в эту версию, иначе я бы не понял. Опа. Насколько хорошо парашютик. Не насколько. Слушайте, это забавно. Не знаю, кто мне так много парашютиков. Мне казалось, я их тоже не покупал. Или покупал немножко. Оп. А, слушайте, можно отпустить парашютик, да? Я понимаю. Покажите еще раз. Да не вижу я его. Нет, отпустить нельзя его. Он сам отпускается. Ух ты! Ладно, это прикольно очень. Слушайте. Великолепно. Ну, хоть что-то узнал. Так, что-то не так. Хотя, конечно, если мы будем мимо между этих свинок. Еще в того свинку. Нет-нет-нет. Что-то не то-то. Нет, видите, этот свин противный, вот нижний, конечно же. Гадче всех. Если мы его собьем сейчас, допустим, потом... Летим повыше. Да я нажимал! Ну, все получится, кажется. Свинья. Ну? Ой, это же звук курицы. Ну, хотя бы так выйдет, слушайте. Забейся. Стеклянная свинка, да что же это такое? Ладно. Копа-копа. Что за копа-копа? Выжили, гады, да? Они не просто выжили, они что-то напали. На перекладине. Ой-ой-ой, еще маленький свиненок. Слушайте, не тот не лопается. Да что ж такое? Как это работает? Что всех? О, кажись, вышло, смотрите. Все? Вот такая вот ферма сегодня у нас была. Похоже. Да, одна звезда повсюду. Почти. Ну тут я что-то золотой еще, ну. Да, что-то как-то непонятно.
Это все, думаю. Не знаю, когда будут больше особые турниры, но, ё-моё, вот так мне очень неудобно. Неприятно играть на фейсбуковской версии. Возможно, я придумаю что-нибудь получше. У меня есть кое-что. Ладно, посмотрим, что будет в дальше. И будут ли еще особые? Наверняка новые будут, а не повторяющиеся. Ладно, пока точно на этот раз. Пока точно.